Друзья, всем привет! Сегодня с вами на канале Твой Игровой Сережа, Вова, Печенька, Славик и настольная игра Реактор. Совсем-совсем новинка, которую я привез с Игрокона. Сейчас мы в нее поиграем, но сперва у меня будет три объявления. Во-первых, мы устраиваем конкурс на эту игру, то есть будем ее разыгрывать. Условия конкурса я, ха-ха, хитрец, объявлю где-нибудь в этом ролике. Так что смотрите его весь, не в конце, не в начале, может быть в середине, но не точно. Где-то вы узнаете условия в процессе игры. И, соответственно, выполнив, сможете принять участие и получить возможность получить себе эту игру. Второе, это то, что в конце нашего видео мы поделимся своим честным, так говорю, как будто оно когда-то было нечестным, честным мнением по поводу этой игры. Каждый выскажет все, что о ней думает. Но это не точно. И третье, третьего не будет. Начинаем игру. Да. Если кто-то скажет, что это 53 секунда. 53. Так. Ну что, я тогда начну. У вас есть что сказать зрителям? Приятного аппетита. Нет, нет, я позже. Погнали. Итак, давайте, да. Настольная игра «Реактор», значит, нам предлагает встать в роли, принять на себя ответственную роль специалистов, которые пытаются предотвратить аварию на ядерном реакторе. То есть уже вышло из строя 6 тепловыделяющих урановых сборок. Мы получили, как это сказать, распоряжение в том, чтобы прийти на объект и не дать, в общем, случиться катастрофе. У нас здесь медик, я играю за медика, Сережа играет за инженера, Вова играет за пожарного. И Славик играет военный. За военного. Красивого, здоровенного, и он будет первым ходить. У тебя, кстати, есть еще преимущество. Мы все ходим от 0 до 3 ячеек, можем двигаться. Ты можешь двигаться до 4 ячеек. Итак, наша задача. Давайте посмотрим на поле. Вот эти вот штучки серые, это тепловыделяющие сборки. У них есть два состояния. Вот сейчас они повернуты одной стороной. На обратной их стороне есть два состояния. С черными квадратиками будут обозначены обычные, не аварийные сборки, красными аварийные сборки. Вот эти фиолетовые штучки — это сборки защиты и управления. Управление и защиты. Среди них всего две рабочие. Здесь их 6, 4 неисправные, с красным на обороте, с черным исправные. Нам наша задача найти среди этих ячеек все 6 не аварийных тепловыделяющих сборки и собрать их вокруг одной рабочей. После этого действием персонаж нажимает вот эта общая кнопка выкол. Угу. Если мы так делаем, нажимаем кнопку, мы победили. Проигрываем мы в том случае, если у нас уровень аварии дойдет до максимума, либо одна из тепловых сборок взорвется. Но у нас есть 3 жизни в запасе, то есть это уровень сложности, у нас самый легкий. У нас есть 3 попытки. Если карта реактора говорит нам о том, что тепловая сборка взрывается неисправная, то мы теряем всего лишь одно сердечко. Как проходит игра? Во-первых, в начале своего хода, давайте я буду первым ходить. Хорошо. Первая фаза, нужно отыграть за реактор. Мы... Славик обойдется. А, точно, да, Славик. Тут Славик порядок важен ход. Вообще, да? По часовой стрелке, да, начиная со Славика, давайте это буду объяснять, просто я привык, что во всех играх я как бы начинаю. В первую очередь ты отыгрываешь за реактор. Мы открываем вот эту карточку, у нас 8. Восьмерка переворачивается. Вот она с края. Да, она здесь, кстати, нарисована. Что у нас здесь? У нас здесь обычная тепловая сборка, не аварийная. Так. Вот. Но любая перевернутая вот эта клетка сразу повышает уровень радиации. Сейчас мы достаем по одной такой карте. На этом уровне мы будем доставать по 2 таких карты. На красном уровне мы будем доставать по 2 таких карты плюс неисправность СУС. То есть у нас начнут выходить из строя вот эти системы управления и защиты. Из них всего 2 исправные. Одну из них сможет починить инженер. Это будет отражено, да? Это будет отражено, конечно, да. Смотри, если вдруг мы в процессе игры какую-то поворачиваем обратно плитку, то у нас и уровень радиации снижается. Понижает. Ага. Да, если мы достаем карточку, на которой уже открытая плитка, она уничтожается. То есть убирается вот таким образом насовсем. То есть я просто достану с поля. Да. Она будет пустая, через нее нельзя будет ходить. Теперь, смотри. Провал. Если ты в свой ход, ну, допустим, да, пересекаешь вот такую штуку или останавливаешься на ней, ты получаешь один пункт радиации. Переходя через красные, ты получаешь 2 пункта радиации, или останавливаясь на них. То же самое с системами управления. Через пустые совсем клетки ходить вообще нельзя.
Вот, свой ход ты можешь, соответственно, подвигаться, перевернуть можешь сам, без всяких, без траты ресурсов, можешь перевернуть эту клетку, или сделать такой героический шаг, удалить ее насовсем. Но тогда ты провалишься в реактор, на этом твоя игра окончена, для тебя будет, но как мы продолжим. Вот, смотри, дальше, то есть ты можешь подвигаться, перевернуть клетку, и также можешь использовать по одному из ресурсов каждого своего типа. Давайте тогда по ресурсам теперь пробежимся. У военного вот эта штука — это дополнительная ячейка. Она дает тебе право в свой ход открыть дополнительную ячейку или перепрыгнуть пустую. Сразу вопрос: перевернуть любую или на которой стою? Вот, на которой ты стоишь, ну потому что так как у нас ход вообще движение у всех остальных не прерывается, ты можешь свой ход сделать, например, пойти вот так, использовать вот эту ячейку и типа пойти дальше. Ага. И перевернуть потом уже своим действием, как бы, основную, да. Ну, я так понимаю. Ну, по логике. Да, мы будем играть так, по логике так. Противогаз. При использовании этого жетона во время выполнения хода у тебя не добавляется уровень радиации. То есть ты можешь противогаз натянуть и побежать прямо через открытые там эти, и тебе это не отразится на радиации. Да. Также у нас у нескольких сразу игроков есть, вот нету только у инженера, кстати, очень странно. У него же такие есть. У него есть другие, да. Это у нас называется ручной кран. С помощью ручного крана, находясь на ячейке, используя ручной кран, ты можешь вместе с этой ячейкой переехать на любую пустую клетку в реакторе. Но по правилам ты, если станешь на красный, ты получишь 2 радиации, только потом будешь с краном двигаться. Да. Да, все так. Я смогу вас подлечить, я медик, без паники. Без паники, Владимир. Мы все умрем. У тебя, у пожарного, есть пожарный рукав. Он поворачивает в исходное положение, то есть охлаждает любую перевернутую плитку серенькую такую. Это понятно. То есть на которой ты стоишь просто. Да. Огнетушитель. Огнетушитель, да. При использовании он кладется на перевернутую ячейку, на перевернутую, и предотвращает удаление этой карточки с поля в случае повторного выпадения номера данной ячейки. Но это действует на один ход. В ход одного следующего игрока, вне зависимости, выпал этот номер или нет, после этого он сразу сбрасывается. То есть, да, следующий игрок просто откроет карточку и сбросит ее. То есть это на удачу, вот он думает, что возможно 20-ка выйдет. Да, но ты понимаешь, тебе как бы важно, главное, не предотвратить разрушение аварийной. Поэтому ты ее будешь только защищать. Понятно. Вот эти, кстати, круглые жетоны вы можете передавать друг другу. Если вы находитесь в одной ячейке, вы можете круглые передать, либо можете положить, и кто-то заберет ее потом. Квадратные, соответственно, нельзя таким образом менять. А вот вопрос. Я могу походить через своего... Да, клетку? Да, да, да. Вы можете находиться в одной ячейке, можете ходить через друг друга и так далее. Хорошо. Вот. Круглые можно передавать, квадратные нет. У инженера, у Сережи, есть дистанционный кран. Он действует примерно так же, как и ручной, только ему самому не обязательно там находиться. То есть он может находиться вот здесь, кто-то будет находиться вот здесь. Главное, чтобы хоть кто-то находился. Ты говоришь, я использую дистанционный кран. И переносишь персонажа на ячейки, да, на свободную. Можешь как сам там находиться, ну, по аналогии тогда будет как ручной экран действовать. Ну, понятно. Трубопровод. Похож на самом деле на пожарный рукав, он тоже возвращает, то есть охлаждает ячейку. То есть они вообще идентичны? Да, они идентичны, даже текст в правилах идентичный. Ага. Просто это у пожарного непередаваемо, это у тебя. Непередаваемо. У тебя есть кнопка «вкл». 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 То есть один раз за игру ты сможешь включить, если у нас выйдет из строя. Выйдет из строя, да, то есть СУС. Кнопка вкл, да, она называется. Да, вкл. Или наоборот. Если она стоит, если он изначально выключенный, то его можно включить. Изначально не рабочий, можно включить или нет? Поворачивает в исходное положение любую перевернутую плитку СУС. А исходное это какое для них? Вот, вот это такое, фиолетовое? Да, вот такое. Ага. То есть изначально они сейчас все рабочие? Да. Просто она обезопасит, опять же, от удаления с поля. Когда у нас какая-то сломает, ну то есть перевернется, вначале нагреется, потом еще раз выпадет, она совсем удалится. Угу. А всего их у нас 2 рабочих, если вы помните. Ну и у медика все очень просто. У меня есть вот такие штуки, которые могут на 2 уровня радиации понизить.
вот такая штука передаваемая лечит на один, и ручные экраны, про них я уже рассказывал. Угу. И общая кнопка, кнопка выкл, которую надо будет действия потратить, чтобы нам победить, когда у нас все уже будет готово. Причем не обязательно, смотрите, не обязательно, чтобы у нас они лежали, то есть, другой стороной, красненький, да? Если мы знаем, что здесь красный, мы его охлаждаем, мы его можем отметить вот таким образом, что мы знаем, что вот этот модуль неисправный. Ага. Да, вот здесь есть такие 5 жетонов еще. Хорошо. Удобно. Ну все, давайте начнем тогда со Славика, ходи. Ну давай. Так скажите, а не рабочие. Есть вот смысл сразу открывать фиолетовые реакторы? Вот эти? Конечно. Нам нужно узнать вообще, вокруг которой мы будем строиться. А эту, выходи, эту я открыл, почему? Может, ты нашли, ладно. Просто для прикола. Два. Я использую сразу один ресурс. Так, открываешь. Открываем. И получаешь 2 радиации, это неисправное. Ага. Сразу в момент открытия, да? Да. Так, это все взброс, и они не возвращаются вообще никогда. Ну и 3-4, переворачиваю. Переворачиваем. О, и получаешь 1. Короче, куда вокруг бы ты этой можно выстраивать. Ты получишь... Да, и у нас уровень радиации... А, не повысился. Не повысился? Да. Потому что это система управления. Да. Повышается только вот за этим. То есть вот этот рабочий или нет? Я не понимаю. Этот рабочий. Зачем ты 0,8 перевернул? 0,8 ты открыл. 1. 0,8 открыл. Это же по реактору. Да, карточка. Ну все, мы ходим. Сейчас 0 у нас или 1? 1. Вот за эту 1. Все теперь правильно. Ну поехали дальше. Давай, врач. Да, при каждом переворачивании клитки... Плитки тепловыделения. Плитки тепловыделения поворачиваем, а насос не поворачиваем. Угу. Что, я хожу, да? Да. Да. Ну, давайте мы будем вокруг этого, да, строить свою оборону. Тогда надо искать, что строить. Нам нужно в первую очередь теперь пооткрывать их все вокруг нее. Нет, он красный. Чтобы они выпадали, чтобы у нас место освобождалось. Красный, я белый. Пожарник. Давай так. А, вот это вот красное, видишь, не хочу здесь идти. Давай так. Раз, два... не дохожу до туда. А тебе не надо до туда. Просто открой. Ну, я собирался открывать вокруг этой, так как мы узнали, что она у нас исправная. Не открывай ничего. Угу. Просто ничего не открывай. Ну или вот этот открой, может он тоже рабочий. Так, а что я здесь? А зачем? Вот а вдруг кто-то бахнет? Ну, не бахнет, будем надеяться. А если бахнет? Раз, два, три. Так, ну, все здесь... Равно, все равно надо открывать. Ну а если она будет красная, чтобы мы могли... Сколько красных всего на поле? 6. Всего 6. То есть все равно открывать придется? Да. Есть смысл. Да, просто надо, вот смотри, открыть эту и надеяться, что она у нас выпадет. Открой эту. А если как ты ее откроешь? Я сделаю так. Раз, два, три. Получу две радиации. Ну, и открою вот эту. О! Еще две получил. Еще две получил. Ну, я полечусь на две. Подожди. А разве это не действие? А действие это не открыть? Смотри, еще раз повторяю, вы можете и походить, и перевернуть плитку, и воспользоваться по одному каждого вида ресурса. А, по одному каждого? По одному каждого вида. Смотрите, вот этот, то есть, стоит на месте. Нам сейчас главное, чтобы он не выпал. Да, плюс 2. То есть, его желать я минус 2. Да не себе. Уровень. Радиация. Нет, это тоже на 1 повышает. На 1. Почему на 1? На 2. Нет. На 1? Это вы получаете, проходя сквозь нее 2. А так все равно 1. 1. Уровень радиации просто по количеству вот этих перевернутых. Ясно. Все, хорошо. Все. А, кстати, я в свой ход не переворачивал, кстати. И забыл. Это... 18-й. Ну, вот крайне. Свой ход, то есть, у меня, видишь, у меня вот это закрытое было. Ну, как бы я... Ну, да. Ну, еще на 1 повысь. Да, кстати, да. Вот, теперь, в начале хода, Сережа достает 20. Вот она. Бум. Еще на 1. Повысил. Да. Не дальше, хожу ходи. Да. Ну, смотрите, мне два варианта. Либо быстро бежать к вам, либо открывать у себя. Ну, красный надо искать в любом случае. Что надо искать? Ну, хорошо, давай. Вот так походил и так, открыл. Открывай. Черная. Черная. Получи 1. И 1 туда. И 1 сюда. И номер 20. 20 вылез. Уже было. Все, она вылетела. Она вылетела. А это повышает, кстати, радиацию? Нет. Это не повышает. Понижает. Мы же убрали. Нет, она не понижает. Она, если обратно переворачивается, то понижает. Если так, то она просто вылетает. Ну и раз, два, три, вот это открыл. Давай. Достань. И... Опа! Оу! Ну, я серьезно? 20, ты раскладывал? 20, нас не было. Так подожди, вообще-то Славик открывал. Кого? Кого? Это я был.
Нет, в смысле, вот это, да. Вот это открыл Славик. Откуда я знал, какой он первый откроет? Ничего я не подмешивал, не надо тут. Давай. Боечку получи. Да, получил и потушил его к черту. Здесь один. Не хочу получить радиацию. А, все, назад. Не, ну ты получил два. Я получил, но под следующий ход не получу. Смотри, мы давай обозначим. Да, обозначим, что она есть, но я типа... Надо бы вот этот потушить. Затушил. Ну, блин, я не могу тебе подкинуть его. Да, давай. Нотбэд, как говорится. Давай. Славик, давай. Открывай. Открываешь сначала. Точно. Так. 23. 23. Я через нее пробегал. Она обычная, все нормально. Так, ты не пробегал через нее. Ты прямо пришел. Да, 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 точно. Ну, я думаю, что тут по соседству думаю. Да. Раз. Использую ресурс. Так. Открывай этот. По кругу пошел. Так, да, один да. Получил радиэйшн. Ой, не забудьте за эту штуку. Общую. Ой-ой. И по кругу пошел. За меня. Два. Да. И открывай. Давай, ну давай, давай я туда. Тум. Один получил. И тут один добавил. И тут один добавил. Где мы еще 4 найдем? 31. Сами найдутся. Нет, один. Она вообще ломает. Так, и чё? Я пойду сюда, наверное. Ну тебе лечить, либо лечиться, ну как бы. А, ты тут все сам откроешь? Вот ну, эти. Принципе, ну да, их двое. Ну не, я вниз пойду сейчас. Зачем? Он может за один ход открыть обе вот эти. Я не могу. Ну я потрачу все. Ну, один потратишь. Ну, да, да. Я вот так и назад вернусь. Я посмотрю вот эту, может, тогда. Ну, посмотри. Пошел. Открыл. Получил. И на желтый уровень пришел. А вот это, кстати, уже будет желтый, да, или желтый. Еще или зеленый. Какой? Или половина. Чего это уровень? Начиная с 10-го, по-моему. Ну, то есть 10, 10 это еще зелёный, там ровно, смотри, да. Сейчас мы точно уточним. Согласен, ровно. Когда стрелка на циферблате счетчика уровня доходит до второго желтого сектора, берется по две карты. Ну, это но она сектор? Дошла, по идее. Не, ну видишь, есть центральная линия. Центральная линия за желтый и за зеленый одновременно. Ну, ты понимаешь, она ровно поделена. Ну, как мы будем считать, давайте договоримся. Да, это неоднозначность в правилах, по-любому. Не, ну жесть. Ну, будем считать. Не, понятное дело, что все будут. Здесь четко не написано. Здесь, видишь, написано, когда стрелка на циферблате уровня доходит до второго желтого. Но она дошла. Она дошла. Все, значит, берем по две. Не перешла, а вот именно доходит. Доходит. Она дошла до него. Берем по две. Кто берет, Сережа берет. Ты будешь еще что-то делать? Нет. Лечиться там. А что мне? Мне рано еще лечиться. Троечка пока не страшно. Ты, кстати, 2 отхватил, смотри. Потому что ты стоял на красном квадрате. Нет, я на этом стоял. Ты стоял изначально. Ты начинал, я из него пошел. Ну, ты начинал движение. Ты стоял там. Как там это считается? Ты начинал движение на нем. Ты начинал движение на квадрате с радиацией. Слушай, ну это жестко тогда прям очень. Ну, ты посмотри точно. Нет, там когда ты накатываешь ход, проходишь или стоишь, наверное. Ну, как бы да. Нет, там написано проходишь или стоишь. По идее, стоишь. Он стоит. Стоишь на конце. Там написано что-то каждый раз, когда вы касаетесь вообще в принципе. Ну вот ты в начале хода его касался. Так, вот вы меня ввели в заблуждение сейчас, подожди. А это вот. Надо как-то... Эррату надо. Фак. Да, эррату. До сих пор не играл во вторую лигу. Я тоже. За нахождение на черном знаке радиации. Ага. Ну, и на красном. Ну, ну вот. Да находишься. На начале движения. При находишь. Прохождении через перевернутые плитки. И даже во время очередного хода фишка стояла на месте. Нет. Нет, я же в начале хода пошел с нее. Я за нее уже получил свою радиацию, ну, да. В предыдущем ходу. Я на ней закончил ход. Если я и заканчивая ход буду получать, и начиная, ну это вообще как-то. Ну да. Без жизни. Нет, один раз я с нее получил уже свою радиацию, да, и пошел. Если бы я закончил, если бы я не двигался с места, тогда да. Тогда если бы еще он получил. Если снова ее пересечет, тогда он получит за это. Тебе надо было на той точке оставить лекарство. Ну, допустим, на изначальной. На этой? Да, 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 да. Потому что я там приду сейчас стужить его. И отхвачу при этом 3 радиации. Ну давай, да, я поставил здесь, да. Ну это один. Ну все, ты походил. Один я здесь пройду, и два здесь. Я походил. Так, смотри. По очереди. Первая. Первая. Подвигай на желтую. Я не видел что-то. Подвигай. И вторая давай. И вторая. Пятая. Пятая. Рядышком, вот она. Давай. Подвинь на один. Нормальненько. Так, теперь я. Я ближе к вам, наверное, пойду вот сюда на 15-ю. Так, раз, два. И. О! Удачно. И ну, два отхватил. Два. Два отхватил. И это такой. И ты можешь потушить ее своим шезлангом.
Туши можешь шлангом. Сразу потушить. Туши могу, шлангом. Да. Ну да, да, будет, а если она откроется, ну, чтобы она не улетела, да, давай. Тушу. И мне надо уже, чтобы тогда вылетала какая-то там, чтобы я тут же с подожди, этой переместилась. Подожди, стоп, мы ее сделаем сначала вот так и да. понизим уровень радиации. Да, на один. А мы туда, а там мы понизили, кстати? Да, понизили. Ну, это легко посчитать, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ну, да, 11 должно быть, вот. Все, вот не понизили. Теперь верно. Значит, так, там все, я надо убрать. Ну, я походил. Тогда она была на желтом. Нет. Тогда она была в тот момент, когда мы брали первые две, была на зеленом. Ну ладно. Да? Да. Ну все, уже играем. Неважно. Да, да. Неважно. Ну, я отхватил три радиации. А Сережа все, да? Да. Ну да. Я отхватил три радиации, хоп-хоп, и что здесь просто... потушил. А как ты? Как, а через реактор прошел. Раз, и вот здесь вот красная. Ты три радиации отхватил. Три отхватил, а один этот вылечил. Использовал, то есть два у тебя плюс радиации. Плюс два, и это потушил. И минус. И понизил. Вот, а, я забыл открыть эти карточки. Долбанный, вернись назад. О, ну, Семен, Семен. Давай, раз. 13. Ой, на ней стоит. На ней стоит медик. Да, на ней медик стоит. Я умер. Все, хана медику. Я улетел. Все, медик. И 20, и 20. 20 это вот. Ну, без меня вы ничего не происходит. Ничего, то есть. Без меня вы не вытянете. Тогда на один повысилось. И все. А вот эти сердечки, это что? Нет. Не, это на случай взрыва реактора. Это если вы вылетаете, то вы. Ты использовал аптечку? Вот теперь я вот это так. Это наша раз, последняя аптечка. Два, ну ясно идет. Кстати, дело. Ребята, нет, все правильно. Чего? Мы ж вот эти не считаем. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Ну вот сюда, да, давай сюда. А, я, ну да. Ты открыл. Потушил ее. Да, я потушил и вылечил, получил 2, вот, все. Блин, ну я так резко. На один понизь. Один понизилась. И сюда мы ставим вот эту напоминалку. Мы будем куда. Какая-то свистопляска. Внимание! Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше этой игры, все, что вам нужно сделать, это написать в комментарии под этим видео «Участвую» и в одном-двух предложениях рассказать, почему вы хотите получить эту игру. Ровно через 2 недели после публикации этого видео мы определим случайным образом одного победителя и отправим ему экземпляр реактора. Кошмар какой. Кто ходит? Вова походил, я. Да, хочу. Ну подожди, две карты. А, да, 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 две карты. Так, вот так. 0-2. Вторая. Это рядышком вон. Опа. Оп, оп, вы нашли на нужную. На один. Так, но и... вы за меня, вы уверены, что справитесь? 0-7. 0-7. 0-7. О, открывать не надо. Так, на один. На один. Давайте посчитаем всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ты вот эту все правильно. 14. Да, все правильно. А что там за красная вот эта фигня лежит? Где, вот это? Да. Это неисправная сумма. А, неисправная сумма. Ну смотри, я думаю, просто надо сделать. Медик быстро погиб вообще. Ну давай. Да ты можешь вот сюда же убегать. Ты не боишься ушуршать? Ты здесь открывай вот этой фигней, а здесь открывай с обычным ходом. Используй ресурс. Ну, так, один отхватил. Один. Лечить некому, имейте в виду. Ну, два, три. Да, да нет, ну, да. Мы уже поняли. Давай десяточку скрываем. Сейчас тоже улетит и все. Ну, еще один. Еще один. И один-один. Семерочка. Угу. Так. Ребята, теперь я. Все да, улетите. Теперь две открываю. Вам надо, чтобы выпадали вот эти числа. Да. И как это сделать? А как это сделать? Как это? Все, у нас вот выпало всего, ну, штук 10. Причем они уже это... Ну, давай. Ну, давай. 18. Ушло. А я могу починить вот эту как-то? А зачем тебе ее чинить? Зачем? Нет, чтобы вокруг нее собирать. Нет. Вот эту кнопку нельзя включить? Понятно. Вторая. Ну, на один так. 27. 27. Вот. Ну, вот это подвигнуло. Ты можешь их переместить краном. Ну, один подвинул. Не забывайте двигать. Подвинешь. Ты краном можешь переместить их на пустые. Нам надо а потом краном туда поставить другие. Нам надо найти их надо кранами пустые. Двигать. Ребята, на них надо стоять, у вас сколько кранов? Смотри, 4? 4. То есть вы 2 можете передвинуть. Тебя облутать нельзя никак? Нет, все. Он там провалился. Вот если бы у меня вот эти не провалились, человек желе. Мы бы смогли 4 удалить, 2 у нас уже есть. Ну хорошо. 4 туда притащить. Смотри, все, я хожу. Да. Я хожу. Ну надо еще 3 найти. Надо еще 3 красные найти. Да, ищите. Почему давай три? Так, две. Смотри. Раз, два, три. Три открыты красные. Раз, два, три, четыре. А, четыре, да, красные. Четыре. Смотри, я пошел так. Раз, два. Получил одну. Угу. Использовал кран, да? И вот эту ячейку переместил вот сюда. Можно. Вместе с ним. Ну, естественно. Вот сюда? Да, вот сюда. На счастливую цель. Ну, 13. Ты молодец.
Что? А как вам выбираться оттуда? Да нет, я... Через всю радиацию? Не-не-не, мне просто, чтобы тушить, туда надо бежать. Я хотел, ну какая разница. Так, дальше. Ну, нам надо вот эти туда. Ты все? Ты все? А я могу походить сюда и перенести сюда. Можешь, да. Четвертая. О, убирай ее. О, уже хорошо. Давай, иди сюда. Я уже знаю, куда везти. Восьмая. Восьмая. Вот она ушла. Ушла. Ай, давай, давай, вот это, я достану. Кстати, тоже очень удобно. Да, но они некоторые нормально достаются, некоторые... Возьми какую-нибудь Apple-скую... Да зубочистку! Что? Я не хипстер, откуда у меня так... Ну ладно. Зубочистку взял. Раз, почему? Два, три, отхватил три радиации, и три это потушил. Радиации. Подожди, раз, два, три, да, три радиации. И потушил. Чем? Да с гнетушителем, чем еще? Скидывай. Не-не-не. Скинул уже, вон он. Отметь. У меня семь. Ну, в принципе, вы же теперь можете ручными этими. Я там вот смотри, раз, и использую кран. Да. Скидывай. Лучше сделать так. Раз, вот здесь открой, сюда и краном двигай. Зачем? Это... Смотри, сколько у нас почему? Ты можешь открывать же действием вот этим. Тебе все равно открывать надо. Так если я сейчас сюда встану, я действием открою. Ты открой вот этой фигней, а потом иди сюда и краном двигай. Ну, надо чуть А что? Какая дверь? Зачем? Пусть, подожди, ну пусть он ходит. Не Альфи. Вов, не Альфа. Нет, зачем? Альфа и да, вот сюда. А не вот сюда, нет? Не. Сюда ты потом прилететь сможешь, как бы. А, давай, легко. Давай. Да, да. А тут у тебя ближе просто да, все. Хорошо, согласен. Так. С этим согласен. Все. И двигай. Двигайся. Да. Ну двигайся. Дальше. Я только что действие сделал. Нет, а ты не ходил? Ты сходил? Я сюда походил. А, все, он пришел и передвинул кран. Ну, так, ты брал эти самые? Нет. Как не брал? Да брал, карточки он брал. А, брал, да, четвертый выползешь. Давай, ты бери теперь. Так. 16. Вот она прям в самом центре. Ну-ка. Нормальная. На один повысилась. И на мне будет 24. Еще на один повысилась. И все. Нет, а, нет, еще одно деление. Вот посчитаем. Раз. А, два, мы должны три, были одно убрать за то, что я потушил. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 должно быть. Да, я тушил. И минус 1, да? Все, 17, 17, я все посчитал. Как-то вот должно быть. Так, хожу, теперь хожу. Да. Давай. Ну ты можешь через пустые вот сюда идти. Ты или синий? Ручным краном меня, или краном. Автоматическим краном меня двигать. Смотри, я сначала похожу, да, а потом посмотрю, что делать. Да. А ты можешь и то, и то сделать. Можешь, ты можешь сейчас автокраном нет, сюда после... его поставить, а потом сам пойти. А, можно ходить да, после этого? Да. В любой последовательности. Нет, я могу открыть красную. И для этого, и тогда я своим же краном себя туда перемещу. Ну да, да, да. Ну да, и потушишь. Да. Его и потушить. Нет, потушить уже не успею. Почему? А, ты да, каждого смогу успеть. Все, тогда я пошел, смотри как. Так, раз, два. Открываешь. Открываю. Три. Ай-яй-яй. Давай. Они так вилку портятся. На один получил. На один повысил. И там один повысил. Повысил. Да, нам не будет. А, и тебя тогда перемещаю. И я в куче радиации. Ты красного же, да? Ну да, сюда? Да, сюда. Все, автокраном. Ну да, ему тяжело оттуда опять будет. Опять мне идти через радиацию. Вы меня любите. Я вот медик был бы жив. Ну извините. Так, у меня все, ходи. Рванул медик. Давай, вот, две да, карты. Я открываю. Да. 24. Выколол. А, ну не повысил зато этот. Еще. 12. 12. О, мы проиграли. Нет, он нет, накладился. В смысле, он нагрелся. Я могу пойти еще раз его потушить. А не надо, подожди. Ну я тоже могу, кстати. О, уже выходила эта карта. Вот теперь оно повысилось, тебе будет красненькое. Кстати, 12 их выходило. Уже нет. Нет. Сейчас, да, сейчас надо повысить. А так можно делать? Ну это же сброс, мы как бы все их видели. Ну типа это же игра не на память. А, ну может в том числе и на память. Ну это уже как home rule можно добавить. Нет, кстати, она в первый раз вышла, то, поэтому. Тогда я пойду тушить. Есть шанс, опять, что она да вылетит. Опять пошел тушить. Ну мы сердечко потеряем. На крайний случай у нас их три. Вы думаете, как вам остальные найти? Одну, да, найти осталось? Две. Две. Ищите лучше другие. Ну, я вам ищем, как бы голос того света вам передает. Привет. У меня хода не хватает друг, никуда. Я твой отец. У меня хода не хватает никуда не прийти, кроме вот этого реактора. Ну иди. Ну иди там постой хотя бы. Получишь никуда, один всего. А дальше потом а я не пойдешь буду его открывать. Вот можно постой просто на нем? Да, покажу, да, можешь. Зачем? Не надо его открывать. А вот в эти можно заходить обратно? Можно. В базовые, да? А, да, ну а смысл? Да, тогда я просто подхватил одну радиацию, сюда пришел. Подхвати. Славик, давай откроем за тебя. 30. 30 это вот. И стала красная зона. Теперь да, красная теперь зона. Красная. Но мы все еще одну тянем. Ага. 26. Рядышком. Подожди, да? Вот да, да. Оп, еще на один. Хоба.
Вот теперь начнут ломаться уже СУЗы. Но вам не так уж много искать осталось. Ага, двигать это все. Так, я думаю, куда? Сюда или вот туда ближе? Вот эти две. Сюда я пойду. А, давай. А, вот ты куда пойдешь? Ну вот сюда, сюда. А, тогда бери сюда. Она вот здесь. Ну смотрите, я мог бы, смотри, типа раз, два, открываю, три, четыре, да, открываю. Делай давай. Так. Давай, так и делай. Давай, так. Раз, один отхватил. Один отхватил, ну, подвинь. Два, использую свой жетончик. Что там? Ты вообще можешь не отхватывать, это делать вообще не сам. Ну, еще один, один отхвати. Еще один отхватил. Три, четыре, открываем. Еще один отхватил. Еще один отхватил. Теперь можно. У нас сейчас рванет реактор, ребята. Да понятно, ну не факт, конечно. А, все, ты все действия сделал? Да. Почему ты противогаз не используешь? Вот теперь буду использовать. А он на одной, там через красный только ходить метил. Все, можно? Давай. Смотри, беру две этих и одну. Да, да. 28. А-а-а! Славик, прости! Мы все про... Нет, 0,3. Ушла. Это вот она. Вот она, это нужная как раз таки, чтобы она уходила. Отлично, это очень хорошо, что она ушла. Ушла, да. Ну зато ничего не повысилось. Зато опять открывай вон ту. Давайте, парни, я вас верю. 0,5. Пятая. Поломалась. Да? Да. В смысле, что? Ну она сломалась. А, вообще сломалась? Вообще сломалась. Он был сломан. Куда ее сброс? Я рядом отсюда буду кидать. А 0,2 можно потушить? Какой 0,2? Этот перевернутый. А его не надо тушить. Не надо. Он его включит, если что. А он не, сейчас... он типа поломанный просто вот так вот. Типа. Ну, ты убери его. Пусть тогда лежит, короче. Ну, ты можешь... Он дырка, по идее, да? Да. А, туда ну, наступать нельзя. Нет, здесь двойка. Он не дырка. Здесь он просто неисправен. Ясно. Осталось всего 5 кровей. Ну, сюда. Пошел. Открыл. Ай, давай. Нет. Один все отхватил, 24. Вы сейчас просто это улетите под. Да ясное дело! А чё ещё? Что еще? Ну давай. Какие варианты? Есть варианты. 31. Ушел. 12. 12. О-о. Вот и проиграли. Ну, сердечко. Теряем. Подождите, он его не потушил. Да? А он сказал, не тушит. Ну, да, да. Ну кто ж знал? Ну, да. Только не 0. Ошибка 0-0-0. Все, ничего. А, бывает и такое? Да, да, да. Прикольно. А, мы вдвоем остались. Да. Ну, 0,9. Раз, два, три. Нет, открою 14. Ничего не отхватил там? Нет, по пути ничего не отхватил. Вот здесь у нас осталось себе три плитки всего. И мне один. Три плитки! Давай. Ну, даю. Так еще 0,7 ушел. Ну, да. Его можно краном переместить. И 10. Туда дойти еще надо. А, 0,7. Да продумай. Давай, открывай. Ладно, давай. Стоп, открывай. Да. Кто-то из вас может пожертвовать жизнью. 0,9. Утопить. О, это хорошо. Оу. Ай, ну вытащите. Давай. Я не знаю, как ты это. Да, вот он. Так, 2 добавилось, да? Я один добавил. Один. Да, ты еще второй должен. Еще один. Сейчас еще кто-то из вас ушуршит. Да, обязательно. 11. 11. Открылся. Перегрев. Перегрев. Так, и одну вот такую. 6. Ну, они сломаны, короче, мы должны это как-то отмечать. Типа. Ну, вот да. Ну, чё, ну давай это. Надо открыть 29 и 25, найти вторую красную. Вам надо, смотрите, я могу, знаешь, что предложить? Типа, один пойдет туда и утопится на ней. Как по канону прям, как в игре должно да быть. Спасибо, нет. А второй, ну как бы вот сюда точно сейчас дистанционный экран должен кто-то встать вот сюда. Мы встанем. Или ты, если откроешь на 29-25, сразу дистанционным экраном туда и переедешь. Да, ну я пойду на 29, мне ближе. Ты там обродячишься. Ну, на один обродячишься. На один обродячишься. Раз. Кто ходит-то? Да он ходит. Я же уже вытащил карточки. А, все, давай. Да. Раз, открыл. Открыл. А зачем ты ее открываешь? Вот эту? Потому что нужна красная одна еще. Я не знаю, что в ней. Как одна? А еще одна? Еще одна красная нужна. Где она? Ну, она 25. Вот она. Теперь мы знаем, где она. Сейчас у вас реактор рванет. Делайте что-нибудь. Туши, туши. В смысле, что тушить? Ты можешь ее вот так, ну, чтобы вам радиацию понизить. Потуши ее. Потуши ее. У тебя тушил, как... У тебя их все равно много. Мне не обязательно стоять на ней? Ты на ней стоишь. Ты на ней стоишь, туши. Тушь самую. Туши, а потом идешь, ты ж не... А, ну ты ходил уже. Ну ходи. Все, туши просто, чтобы уровень радиации снизить. Ну давай. Ну давай. Понеслось. 17. Ушла. Бум. 27. Бум. Ну дальше. Да иди сюда. И 0,5. А, оно было уже. А, оно уже было. Ну, да, а, ничего не происходит? Нет.
Так. Да, естественно. Я делаю так, раз, два, получил один и ручным краном увез ее. Да подожди сначала. А зачем? Ты можешь не открывать. Не могу не открывать. Мы точно знаем, что она там. Да, там больше ничего нет. Так, все. Ручной кран ушел. Ну все, Вова, теперь можешь просто ходы пропускать. Нет, я сюда пойду и ручным краном взял. Огнетушители клади. Куда? На себя? По соседству. А надо стоять на клетке. Ну ты становишься и охлаждаешь ее огнетушителем. Я лучше ручным краном его оттуда уберу. Ну ладно, давай, тащи, Серег. Давай, Серег, тащи. Тащи. Фу. 16. Ушла. 22. Ушла. Ой-ой. Так, смотри, а у нас точно это верно? Да. 4. Они не 5, 6, 7, ничего. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Нет, все правильно. 27. Мы же вот это не вскрыли. Не, они просто провалились. Да. Ладно, 0-1. Ушла. Это другая. Да. Нет, оставь эту, это я. А, это из другой. Это другой, да, сломался. Но он и был неисправный. Так, ну все, я пошел тогда на 0-9. А как я туда? Я туда не дойду. Через этот? Я не дойду туда. Подожди. Я только краном могу себя переместить вот сюда. Вот сюда можешь. Нет, мне надо поближе к этой. Да, себя краном вот сюда. Да, я пойду сюда краном, передвину сюда, а ты походишь, передвинешь краном туда. Смотри, я предлагаю тебе, знаешь, что сделать? Переместиться вот сюда краном, встать сюда и потушить ее. Да, ты тоже, да, и встаешь. Ну, ты отхватишь трешку. Ну, какая-то трешку отхватишь. Почему трешку? Двойку отхватить. Ну, поехали, трачу автоматический кран. Дистанционный, да? Да, дистанционный. Ну, сюда получаешь два. Получил 2. И потушил. И потушил. Угу. Так. Положи туда эту. Да, так. Ну, вот на эту тоже положи. Нету больше. Нет, я ее не открывал. Мы типа не знаем. Мы не в курсе. Все, теперь надо, да, чтобы вот это провалилось. Давайте. 21. Вот она. Они обязательно знают, что происходит. Логическое. 18. Уже не взорвалась, да. Все. Ну и эту. 4. Ну, у меня кнопка-то есть. Короче, она сломанная. Да. Ну, у него кнопка, мы как бы победили. Ну, я пим-пим, да. Героически Вова погиб. Почему? Я взял ее с собой краном и утащил его. А, куда ты ее? На какой там вышло? 18-я. На 18-ю перетащил. Получи единичку. Получил единичку, да. Вот. Ну и все. Теперь я автокраном. Не, подождите. Карточка. А, карточка. А, уже торопимся. 22. Пусто. 21. Пусто. И сейчас, прикинь, двоечка. И чё? Двоечка! Ну что, ты её запустишь? Ну ладно, давай. Какая разница, ты её запустишь сейчас. Ну хорошо, я трачу дистанционный кран. Перемещаешься. Переместился на семерку. И ты включаешь этот... Да, жмешь кнопку вкл, возвращаешь в исходное положение. И нажимаешь выкл. Кнопку нажал. Я же её один раз всё могу? Да, она одноразовая. И нажали все выкл. И нажал... Бум! Давайте все. Не все, нас только двое. Не все, двое нажали. Ну давайте проверять, что. Сейчас прикинь, нет. Как не все, да. Как нет? Ну так. Математика. Партия бракованная была. Краски не хватит. Как бы на хардкорном режиме мы бы проиграли. Но это очень большой рандом хардкорного режима. То есть, я вообще, то есть вот... Да. Я просто умер в первой третьей игры. Просто потому, что не на той ячейке стоял. У меня 330 уровней. А у меня нету, кстати, огнетушителей, чтобы потушить. То есть, по идее, как бы смысл в том, что вы кто-то врачу даете огнетушитель. Врач кому-то дает аптечку. Да, и то есть обмен ресурсами. Не, ну, врач, потому что я тупо провалился и все, и вылетел. Провалился, но при этом выронил рядом бинт. Ну давайте, как бы. А, я, кстати, не сказал про розыгрыш, но я там вставлю где-нибудь отдельно. Да, ну давай, говори, Серёга. А что я? Ты начинай. Ты начинай. А почему я? Ну ты что-то там улыбался. Я инженер. Я инженер. Реактор! Твое мнение. Реактор! Мое мнение, ну, до того, как поиграл, мое мнение было одним. Там, сейчас я поиграл, конечно, оно немножечко изменилось, но в целом, меня в основном тематика вот эта вот немножечко... Отторгает, да? Да. Потому техногенная катастрофа. Да, и вот... Единственная в случае, единственная в мире. Ну, техногенная катастрофа, которая существует.
Штука в том, что автор на игроконе, я смотрел интервью, просто автор говорил про то, что вот, ну, никого ведь не пугает там Сталкер, никого не пугает метро 2033. Угу. Оно не пугает как раз в силу своей фантастичности. Потому что сюжеты там этих игр, книг, они нереальны. И все это понимают. Потом идет романтизация именно вот постапокалипсиса, да, все да. Вот это вот там заброшек, да. И так далее. Сталкер, здесь там, чисто артефактов. Научная такая вот как бы реактор, вы с ним взаимодействуете. То есть это не сталкер нифига. Это не сталкер. И да, и многим людям, вот, но у меня есть, например, знакомый, я служил в армии, у меня вот товарищ, у него отец ликвидатором был. Mm-hmm. И вот как бы вот эти все рассказы и все вот, ну как-то немножко дрожь как-то такие, мурашки, знаешь, по телу. И просто играть вот в это немножко поэтому сложно. Когда ты понимаешь, что все это какой-то абстракт, что это все числа, это абстракт, ячейки, да, это да. Абстракт. Но вот эта тематика, она поначалу как-то цепляет, ну в таком, в негативном смысле. Ну давай, Вова. По тематике, ну, да. Действительно, существует всего одна версия, когда происходил такой реактор, когда происходили такие события, гибли настоящие люди, пожарные, военные. Создателю игры я бы посоветовал создать еще одну очень интересную, веселую игру про Холокост. Вы пользуйтесь бесплатно, вы группа евреев, вы пытаетесь не попасть в газовую камеру. Очень хорошо детям, я думаю, зайдет эта игра. Вова. Вовчик отмочил. Вовчик, да. Но у нас нет цензуры, как бы, так что. Славик не будет говорить по поводу темы. По поводу игромеханики я скажу, что да, скажи, играл. Мне эта игра очень напомнила Запретный остров. Да, и Пустыню. Пустыню даже. Больше Запретный остров, потому что там вот именно проваливаются области, тонут как бы в воде и становятся непроходимые. Ага. Плюс вы теряете вот от Запретной пустыни, вы теряете воду. Да, то есть вам нужен вот этот вот уровень радиации, да, когда да, ваш. Да, да. Но там, во-первых, проигрываете сразу, когда гибнет хотя бы один персонаж. Да, в Запретной пустыне. Да, да. И здесь очень большой запас, то есть вы можете по сути ходить по этому полю и ходить. Даже без медика вы видели, что мы победили. Здесь, мне кажется, немножко не баланс. И мне не понравилось то, что у персонажа реально шанс, как бы, ну, вообще непредсказуемый, в один момент просто вылететь к черту и все. Да, вот колода. Это потому, не баланс. Смотри, сколько. Мы меньшую часть. Но это нормально, выгребли. То, что меньшую часть выгребли, это нормально. Где-то треть. Вот единственный косяк, то, что вот так вот может игрок просто вылететь, тупо находившись в неправильный момент, в неправильном месте. И это никак не предусмотришь. Причем этот игрок даже подозревать не будет, что он в неправильном месте. Ну да, да. И по сути, я не пригодился, вы видели. Вы справились прекрасно без меня. Вылез надо делать вот здесь, чтобы ногти. Вот. Да. А так, в принципе, ну... Не в центре. Вырезали. Тому, кому понравился Запретный остров, Запретная пустыня, то есть такие простенькие кооперативчики, я думаю, в принципе, игромеханически может понравиться. Они похожи, правда. Да. Нужен длинный ноготь, чтобы это все-таки... Нужно, что-то нужно. Поле либо... необычное, кстати, раз такое вижу. Вот вы представляете, что с этими элементами будет? Ну, они пойдут бахромой здесь. После там... Нужно какую-то эту, положить в комплект ковырялку, чтобы подковыривать. Просто делать вырез здесь. Или вырез побольше делать. Сбоку. Ну да, тогда его сбоку под палец легко схватить. Ну тут же видишь, что тогда и цифры должны быть. Ну почему? Ну сбоку, какая разница? Есть, ну то есть с четырех нужно будет цифры писать. Ну может четырех писать, четырех сторон, да? Чтобы просто тебе, чтобы тебе не приходилось еще и этот прорезь с цифрой совмещать. Да, просто ты делаешь много прорезей и все. И много цифр. И под палец. Ну это как вариант, это я думаю, что не последняя версия игры. Вот. По поводу правил у меня есть еще несколько как бы нареканий, но... Я, наверное, больше в обзоре про это расскажу. Здесь буквальность вот подготовка такой. Игры, видишь, по пунктам вынесены цифры вот сюда, угу. А сама раскладка вот здесь. То есть, если бы все цифры, время надо листать. Если бы цифры, то, и причем здесь конкретно про элемент. Вот плитки ТВС перемешать, разложить. Если бы и здесь вот плитки ТВС, да. Угу. Если бы сюда вот эти циферки вывести, ну было бы удобней. Угу. Вот, и нужны памятки все-таки для игроков отдельные, то есть не на одном листе вот так, а просто, это недорого будет производство, просто карту напечатать и каждому дать, что его вот эти вот ресурсики делают, да. Вот, это то, что у меня по игре механически. Находки прикольные, как бы вот с этим полем, опять же, двухслойным, трехслойным получается. Раз, два и третий слой это тайлы. Это прикольно, и вот эти вот крутилочки, ну... Эстетическое удовольствие от этого, в принципе, какое-то. Ну, чётенько, смотри, крышка реактора. Да? Фото. Да.
Ну, в общем, вот так. Я думаю, мы уже много наговорили про игру. Обозрение на фоне зверей. Угу. Не забывайте писать в комментариях, почему вам нравится или не нравится эта игра. Участвуйте в нашем конкурсе, если хотите, не участвуйте. Играйте в хорошие настольные игры. И с вами были Твой Игровой, все вот эти замечательные люди. Всем пока. Я поучаствовал. Ты забыл про конкурс сказать. Я потом ставку сделал. Врезку сделал. Я еще просто не придумал. Ну, про Холокост прям загнул. А, что, хорошая игра. Но... Тут для детей.